Спалили эти сволочи, а! Рыбочка побили, убили сволочи. Знаете, вот таким даже трагическим поступком он показал, на что он способен. Я считаю, что это действительно сын своего города, настоящий патриот и герой своей страны. Я сегодня пришла почтить память нашего студента Вадика Попова. В общем, уделить ему то внимание, которое, наверное, мы не успели ему уделить за этот год учебы. Мальчик 17 лет, который только пришел, умеющий прямо держать голову, как никто, наверное, умеющий думать, мечтать. Мы чисто пришли погибшим ставить цветы. Никакие у нас другое мнение нету. У нас одного только мир и мир. Все, больше ничего. Мне хотел рот закрывать. Давай, снимай рюкзак, показывай. Из Одессы. Показывай. А на Одессе фашисты тоже не ждут. Вот моя карточка. Ни о чем говорить. Успокаивай, люди. Успокаивай, люди.